Их родители не только спасают людей, но и праздник могут подарить. Для детей сотрудников Смоленского управления МЧС прошли новогодние утренники. В красочных костюмах мальчишки и девчонки встречали Новый год. Конечно, вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Без злодеев тоже не обходится ни одна сказка. В этот раз пытались украсть главный элемент праздника – елку. Преодолевая испытания в виде разнообразных конкурсов и загадок, ребята смогли победить злодеев и спасти праздник. И, конечно же, Новый год невозможно представить без подарков. Именно их и дарил Дед Мороз в обмен на стихотворение, которые читали ему ребята. Молодец, ты охотишь скорее подарок наступающим.